Такое, что как-то, допустим, там вот я ездил на юг, увидел там здание очень интересное. То есть я просто понимаю, что там можно снимать фильм, такое здание заброшенное. Просто приезжай, снимай хоррор там, или не знаю, как-то другие жанры, диффузии, дзен снимай. То есть с чего начался Робленд? С локации. То есть я говорю, фильм будет сниматься там, вообще в одной локации, сразу понимаю, значит недорогой. Компьютерной графики мало. То есть